Захотелось моему Игорёчку сделать красивые клумбочки. Захотелось, делает. Называется «Дождь идет, дождь идет, а мы скирдуем». Дождь весь мокрый. Вот так это все делается. Что получится в итоге, увидите. Так, камушки уже забросил. Теперь засыпает землю вовнутрь. Ну, теперь осталось помыть камушки. Строили, строили. Первым блинкомом. Помыли камни, осталось посадить цветы, и разошелся шов. Камни выходят. Истерика Игоря уже успокоила. А я не истерил. Сколько надо? А то просто люди думают, корову купил и молоко ешь. Это я к чему? Сколько надо корову этих воспитать, похоронить, чтобы одну купить? А потом яйцо говорят, почему 5 рублей у вас так дорого. 5 рублей это для вас дара. А все потому, что просто много работы делается, много, но ее никто не замечает. И не все так просто, не все так легко, как кажется на первый взгляд. Вот так. Ну, на своих ошибках учатся. Она некрасивая была просто ваза. 100% это все из-за ведра вот этого. Оно, наверное, повалишь, оно разломается все. Да. Да, не надо. Сетку все-таки купили специально. За камнями Игорь ездил специально. Все, по новой перевязывать. Теперь полностью часто связывает между собой. Было редко. Все по новой.